дела тут чили, газели. Поэтому выступать она любит, верит людьми. Она та, чей язык длиннее ее ног, чья харизма больше внешнего долга страны. Дорогие дамы, уважаемые господа, а также девки, мужики и не отвлекшиеся. Понравилось. Как настроение?
Какое счастье, что вместо оплаты за газ вы купили билет на мой концерт. Спасибо вам за это, низкий вам поклон. Балкон, а вы там как, живы? Балкон громче! А этот балкон еще громче! Класс! Слушайте, вы знаете, что мне сегодня все в первый раз? У меня вот такой вот концерт в Киеве в самый первый раз. А это, между прочим, как первый брак для девушки. И раньше давала концерты. То там, то сям. Но сегодня все по закону, по-настоящему. Поэтому мы не будем стесняться. Вы будете стесняться? Как можно стесняться, когда на сцене девка без юбки, а? Никакого стыда у нас не будет, нет? Люди, вы готовы танцевать? Вы готовы веселиться? Вы готовы выслушать все песни? И хорошие, и очень хорошие. Слушайте, вот вы так визжите, мне кажется, что одни бабы визжат. Давайте, мужики в зале есть? Так, какие-то неопределившиеся я тут слышу. Мужики в зале есть? А девчонки в зале есть? Ой, на что только девки не пойдут, чтобы мужиков перекричать, правда? Это же наша самая любимая. Но поскольку мальчики у нас тоже активные, то давайте споем эту песню. Для них, мальчики, эта песня для вас. Ла-ла-ла-ла-ла. Попомогай мне, хорошо? Bye.
А давайте вы будете дольше хлопать, а? Слушайте, чай не 16 лет, шлак вам только 15. Все копыта сбила, но еще ничего, правда? Слушайте, а в зале блондинки есть? А ну посветите, покажите мне этих блондинок. Господи, боже мой, это ж скольким женщинам живется еще хуже, чем просто нормальным бабам, а? Слушайте, нам, блондинкам, очень тяжко жить, знаете почему? Во-первых, каждый хочет все повторить по 3 раза. Зачем? Я и со второго все уже нормально поняла. Потом вот эта тема, знаете, начинают рассказывать анекдоты, сразу начинаю напрягаться, как будто сейчас будут факты из биографии рассказывать. Потом еще вот эта тема. Почему говорят, что блондинки нравятся всем? Почему с нами знакомятся только пьяные, объясните? Ой, а иногда сидишь дома, хочешь салатику, а из овощей дома только ты одна. Короче, что классного у нас в блондинках, а? А то, что натуральных среди нас? От Супермана до Ланцуа! Пауза. Что у нас уже поломалось? Вы представляете, барабанщик так бил барабан, так хотел вам понравиться, что бедный порвал его. Так и бывает. Давайте поддержим нашего барабанщика!
слушайте, вы знаете, фух, я вас люблю. Хотела сказать, какое огромное спасибо, что вы здесь. Вы рады? Боже, а я как рада. Фух, знаете, любовь такая тема. Вообще вот в зале влюбленные есть? А не в еду? Поменьше немножко, да? Сама таким страдаю. Ночью превращаюсь в ночную жрицу. Подхожу к холодильнику. Такая ночная жрица из меня вылазит. Потом приходит муж, граф Жракула. И начинается жертвоприношение. А потом приходишь в магазин, понимаешь ли, одеваешь на себя шматье и понимаешь, то ли шмотки, то ли фигура. Потом почешешь голову. Я все знаю, мне говорят в ухо, иди, Господи, Боже мой, дошло до нее. Взяла мне шутку, сбила, понимаешь? Я тут рассказывала про то, что перемеряешь тут пол магазина. И понимаешь, что все-таки шмотки нормальные, знаешь? А попа уже в телевизор скоро не влезет. То ли дело мужикам, а? Ну вам же так просто жить. Вон мой муж лысину тряпкой протер, все, блестящий чувак. А нам, девчонкам, надо за собой следить. Готовы следить за собой, а? А вместе будем? А потанцуем? Полякова не гонит понты, Полякова гонит целлюлит! Поехали все вместе! Пальцами, но не супермодель и не красавица, но во мне мужчинам что-то нравится. А может быть моя улыбка милая, может поведение игривое, а может быть прическа шоу-клоуна, но скорее всего успеха формула вместе. 90-60-90, оставаться незаметной так непросто. Но какие могут быть еще вопросы? 90-60-90, 90-60-90. Обожают капитаны и матросы, обожают все от маленьких до рослых. 90-60-90. Вместе! Переменчива, разные есть идеалы женщины. И совсем не важен цвет твоих волос, главное пропорции, а после рост. О, рыцари понравились бы полные, а мушкетерам тощие, холеные. Понимаешь, радовалась ты вовремя, подтверждает мои мысли формулу вместе. 90-60-90, оставаться незаметной так непросто. Но какие могут быть еще вопросы? 90-60-90, 90-60-90. Обожают капитаны и матросы, обожают все от маленьких до рослых. 90-60-90. Хап, 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 хап. Еще хап, хап.
время мучит горы Полякова. Мы когда и нигде вы не видели такого. Вместе всем залом поддержите Полякову. О, Полякова! А громче, 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 громче! Yeah!
За нас красивых, за них неверных! Кто узнает песню? Крыли теплой волной. Все про курортные романы я знала, фильмы смотрела, книжки читала, но не поверила и полюбила. А ты изменил мне, и я завопила. Остановиста, сепаратиста, ты на предательству министр. Не подпущу к себе на сменился месяц луной. Красное море, закат голубой. Снова тебя я повстречала, как бой. Кубики пресса, батон золотой. И на минуту себя я простила. Знаешь, любовь — это страшная сила. Ну а когда тебя другой повстречала, я обречала, я закричала все вместе. Есть еще порох в пороховницах, а ягоды в ягодицах, а? Круто! Слушайте, вы знаете, пришло время поговорить о любви. Вот вы знаете, как распознать, когда мужчина влюблен? Это когда он в компании уже тёлкой вас не называет, а уже девушкой по имени. А мы когда влюблены, знаете? Ой, это когда мы верим, что 12 сантиметров это много. А потом верная же, помните 25 этих процентов влюбчивых? Проверить не на ком, сравнить не с чем. А потом ты еще и блондинка. И чисто веришь, что вот это вот они и есть, заветные 12. Слушайте, что-то, по-моему, у меня говорить про любовь не получается. Спою-ка я. А если
если вы вдруг узнали, что это за песенка? Сейчас, когда приносит радость гость непрошенный, знойным летом пляжи снегом запорошены, или слышно пение птиц над головой зимой, пришла любовь. Если хочется под ливнем погулять пешком, да в незнакомом месте отыскать знакомый дом, или босиком пройтись по теплой мостовой, пришла любовь между солнцем и луной. Под ливнем погулять пешком, да в незнакомом месте отыскать знакомый дом, или босиком пройтись по теплой мостовой, пришла что? Включайте фонарики! Между солнцем и луной, между небом и землей, между летом и зимой, между
Я люблю вас. Я люблю вас. Пришло время мне сказать вам, что я блондинка и хлеб забыла купить. Сейчас вернусь. Я коза. Ой, как тяжело целый год быть козой. Да еще и синий. Стоять! У каждого казака должна быть своя коза. Одна. Я подхожу к концу. Кто здесь? Белка! С наступающим Новым годом, годом обезьяны! Хух! Слава Богу, не белка! С Новым годом! 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 Все
виноградом, а ты оставил мне на сердце рану. Тебе доверилась я слишком рано. Растворилось все как наваждение. Ты суббота, а я тебе верила я так упрямо. И теперь налево мне тебе направо. Ты не ищи меня, я люли-люли. Больше слышишь, тебя не люблю я. Вся любовь осталась где-то в июле. И свободно прощай, я люли-люли. Ты не ищи меня, я люли-люли. Больше слышишь, тебя не люблю. Пусть горит там, где попало.
лишь бы не было войны. Я вам расскажу, что такое счастье. У него в глазах утону сейчас я. Тепло, рядом с ним опасно, только все равно вы наросли. Да! А любовь, морковь, мое сердце тает, если рядом он и если обнимает. А любовь, морковь, лишь с теми бывает, у кого в душе бабочки летают. А любовь, морковь, мое сердце тает, если рядом. Притяжение, откровение слов и прикосновение. Он моя мечта, он моя дилемма. У него в глазах океан, наверное. А любовь, морковь, мое сердце тает, если рядом он, если обнимает. А любовь, морковь, лишь с теми бывает, у кого в душе бабочки летают. Thank you.
Ну что, какой песни созрели вы, люди? Шлепки? Кто ж шлепки ж так зовет? Давайте мне эти розы. Шлепки, как будто это самая любимая песня в вашей жизни. Шлепки, шлепки. Шлёп, 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 тогда убегай.
Я скажу тебя, и ты уснешь спокойно, так.
так и не узнал, что это был стёк. В мокром пальте, а кто это скулит у меня под окном? Кто прячет грязные ногти, как ребенок, это брошенный кто? А кто это идет грязный и необритый? А кто это стоит грустный и голодный? А кто это с глазами немытыми с просонья? Это брошенный кто? Котёня! Мне тебя не жалко, но лучше ты меня всегда жалел. Мне тебя не жалко, но есть же где-то это предел. Мне тебя не жалко, но лучше ты меня всегда жалел. Я не слышу вас! Я не слышу вас!
Якщо мужчина не везе вас на Мальдіви або у Кирилловку, тогда попытайтесь провести это лето. Да! Oh!
соседнем доме. Ну просто прикол, и ты со мной тоже счастье обрел. Зубы свела наша первая встреча. Ждала, что скоро свадьба, считала гостей. Вдруг здрасте, ты женатый, и трое детей. Шлёп, шлёп, эй! Жити як люди, бо ми цього варті. Слава Україні!